Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Кировчане стали больше есть. В 2020 году по сравнению с 2019 выросло потребление продуктов питания почти по всем основным группам, говорят в Кировстате. Хлеба за год среднестатистический кировчанин съел 95 килограммов, на 3 больше, чем в 2019 году. Мясо стали употреблять еще больше, 86 килограммов против 77. Больше ели жители Кировской области яиц, овощей, фруктов, молочных продуктов и сладостей. Не изменилось потребление рыбы и масел. В месяц на еду кировчане тратили в прошлом году 5300 рублей, это не считая выходов в кафе или столовую. Программа «Экономика». Для кировских юристов и бухгалтеров запускают бесплатную образовательную программу. Это 5 недель семинаров, лекций и мастер-классов. Первые уже 24 августа. Причем доступны они специалистам из районов области в дистанционном формате. Программа реализуется в рамках областных конкурсов «Юрист-профессионал» и «Бухгалтер-профессионал». Основная тема – вызовы цифровизации, взгляд в будущее. Образовательная программа разработана специально представителями контролирующих ведомств совместно с Вятским государственным университетом и Волговятским институтом университета имени Кутафина, это юракадемия. Эксперты из Москвы и Кирова расскажут, например, о защите интеллектуальной собственности, об особенностях цифровизации в бухучете, о том, как строить карьеру в цифровую эпоху. Регистрация на сайте профессионалы43.рф. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. На развитие самозанятые в Кировской области могут получить льготный заем в региональном центре «Мой бизнес». Получить можно от 50 до 500 тысяч рублей на закупку техники или необходимых материалов по ставке 2% годовых. Срок предоставления займа от 1 до 24 месяцев. Кроме того, в центре «Мой бизнес» самозанятые могут воспользоваться нефинансовыми мерами поддержки. Принять участие в семинарах, вебинарах, образовательных проектах, получить консультацию профильных специалистов по маркетингу, юридическим и финансовым вопросам, получить поддержку по размещению собственной продукции на электронных торговых площадках, а также маркетинговую кампанию для продвижения товаров и услуг. Займы предоставляются Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства «Микрокредитная компания». Регистрация в реестре МФО номер 611-054-320-285. Подробности у кредитных экспертов фонда. Экономика. Но в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 74 рубля 36 копеек. Он подорожал на 21 копейку. Евро 86,86 плюс 25 копеек к предыдущему курсу. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.